Рецепт быстрых финских лепешек из ржаной муки. Они хорошо сочетаются с паштетами, свежими овощами или творожным сыром. Лепешки получаются очень вкусными, долго хранятся и не черствеют. Ниже я расскажу подробнее, как приготовить финские ржаные лепешки. Финиковый сироп вы можете заменить любым другим сладким сиропом, либо сахаром. По желанию в тесто можно добавить тмин, кориандр или любые другие пряные травы на ваш вкус. В конце видео мы расскажем, какие продукты потребуются. Подготовьте все ингредиенты. Взбейте йогурт вместе с растительным маслом и сиропом. Муку, соду и соль смешайте в отдельной миске. Соедините влажную и сухую смесь, замесите липкое тесто, оберните его в пленку и оставьте на 30 минут при комнатной температуре. Подписывайтесь и ставьте лайки. Присыпьте стол мукой, затем раскатайте тесто в пласт толщиной 1 см, вырежьте из него круги, накалите каждой вилкой, выпекайте лепешки 15-20 минут при температуре 220 градусов. Финские ржаные лепешки готовы. Приятного аппетита! Подписка на канал – гарантия свежих вкусных рецептов. А теперь ингредиенты. Ржаная мука – 250-300 мл. Йогурт натуральный – 200 мл. Финиковый сироп – 1-2 чайных ложек. Сода – 1 чайная ложка, без горки. Соль – 1 чайная ложка, без горки. Растительное масло – 1 столовая ложка. Количество порций – 2-4. Подписывайтесь, комментируйте и ставьте лайки. До встречи на канале!